сверхзвуковая ракета «Циркон» показала себя на летных испытаниях. Первую стрельбу по Москве цели провел фрегат «Адмирал Горшков». Он находился в Белом море, а мишень парится. Об успешном пуске начальник генштаба Валерий Герасимов доложил лично Владимиру Путину. Кадры испытания ракеты нового поколения, перед которой бессильны все системы ПВО у Андрея Григорьева. Фрегат «Адмирал Горшков» – самый современный из российских боевых кораблей в акватории Белого моря. В носовой части открыт люк одной из пусковых установок, и ракета, которая оттуда вылетает почти мгновенно, скрывается в небе. Это первые кадры испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». И тут же доклад главы генштаба президенту. ミサイルは、バレンツ海海上の標的に命中し、これを破壊したことが確認されました。発射実験は成功しました。ミサイルの飛行距離は460キロ、最高高度は28キロメートルでした。音速の8倍にあたる、マッハ8以上のスピードで飛行し、4分30秒で標的に到達しました。 8 Маха – это 10 тысяч км в час. У нее все характеристики весьма впечатляющие. Летящую так быстро ракету, тем более, когда она активно маневрирует во время полета, не успевает реагировать ни одна система ПВО. Цель поражает почти со 100% гарантией. Ни в одной армии мира нет ничего подобного. Ракета «Циркон» – очень грозное оружие. Ее нельзя перехватить никакими известными способами. Невозможно обнаружить, и цель она поражает быстрее всех остальных. Обычные системы защиты не могут их догнать, во время реакции сильно сокращаются. «Циркон» преодолевает почти 600 километров за 3 минуты. Россия создала гиперзвуковую ракету, способную уничтожить авианосец одним ударом. Эксперты предупреждают, что неудержимые снаряды могут обернуться катастрофой для новых авианосцев британского военного флота, королевы Елизавета и принц Уэльский. Это оружие замыкает российскую ядерную триаду в гиперзвуковом исполнении комплекса «Авангард» наземного базирования. Ракеты «Кинжал», которые подвешивают под крылья боевых самолетов. И вот теперь флотский «Циркон». Все они могут вести на себе ядерные боеголовки. И это делает Россию недосягаемой для конкурентов в оборонной отрасли. Это большое событие не только в жизни вооруженных сил, но и всей России. Поскольку оснащение наших вооруженных сил, армии и флота, 最新兵器を装備することは我が国の防衛力を今後も長期にわたって保障するものであるからです。